Чучеман. Вкуснятина. Привет. Я Чучеман. Сегодня будем делать сальсу из красного перца чили. Наивкуснейшую. Посмотрим. Будем делать новую сальсу из красного перца чили, которая похожа на обычную, но она острее и таким образом она вкуснее. Она для всего служит. Такос де бирия, такос де чичарон, такос из рыбы. Для кучи вещей. Очень вкусная. Хочу в первую очередь передать привет людям, которые мне прислали этот рецепт. Это будем делать сегодня. Вот наши ингредиенты. Один помидор, кусочек лука, два зубка чеснока. И здесь у нас чили красный. Чем больше чили у нас есть, тем острее будет. Вот все, что нам нужно. Это мы будем сейчас варить. Вначале добавим воды и будем добавлять наши ингредиенты. Кладем помидор. Лук, только один сбок чеснока, чили. Вот, все положили. Все уже закипело. Выключаем. Теперь в блендер все кладем. Вот, у чили мы должны отрезать хвостики и должны порезать лук и положить чеснок. Один вареный, другой не вареный. И чуть-чуть должны добавить воды. У этой сальсы она будет весомая. Вот, теперь мы ее сделали. Добавляем соль и перчик. Все, сделано. Теперь проверим, что у нас получилось. Вот, смотрите, да, такая весомая она получилась, тяжелая. Готово. И вот, получилась красная сальса из перца чили. Попробуем. Это у меня чичарон из рыбы. Шкварка из рыбы. О. Сейчас попробуем. Одну порцию сейчас. А, хочу попробовать. Ох, горячо. Вкуснятина. Это сальса для всего. Для всего, что вы хотите. Надеюсь, что вам понравится. До новых встреч. Пока.